Итак, всем привет, дорогие мои друзья! Вославьте солнце сегодня вечером. И мы приступаем к прохождению Dark Souls. Готовься страдать, умирать и изничтожаться, Edition. Итак, мне теперь нужно сейчас от вас узнать, видно ли игру, видно ли меня, видно ли вообще, слышно ли. Итак, поглядим прям точно в 8. Стартуем, да начнутся боль, страдания, перекаты. Так, ну и что еще вы напишете? Звук есть с игры? Я вот сейчас двигаю по менюшке. Да, кстати, заценили рамочку. Вот, напишите по поводу рамочки. Так, все норм. Так, отлично, все нормально. Рамочка nice, все отлично. Итак, ну что, сейчас мы приступим. В какой-то момент у меня есть предположение, что... Я не помню, в какой момент здесь... В какой момент включается видеозаставка к этой игре, потому что... Дело в том, что здесь, как видите, нифига нет настроек звука. Поэтому нам придется подождать немножко до этого. Нам придется немножечко подождать. Там, потому что он громкий потом будет. Итак, ну, давайте, поехали. Новая игра. Так, яркость. Я думаю, что яркость нужно выставить по максимуму. Так, вот звук появился. Секундочку. Совсем тихо стало. Вот так, на четверку поставлю. Так, вот сейчас вот я поставил звук со своим голосом. Вот музыка звучит и мой голос. Как они сейчас звучат совместно? Заставку на ютубе заругают. Из оригинальной игры нет. Заругают из второго Dark Souls. Кстати, да. Добавить этого персонажа в рейтинг. Если в рейтинг уже был добавлен персонаж, его рейтинг будет... Окей. Вот. Такс. Там... Да пофигу. Вот. Ну, так скажите, что там у меня со звуком? Как у меня со звуком-то? Дела обстоят. Сейчас вот звучит музыка. Так, кровь, субтитры, интерфейс, все включено. Вибрация и скорость камеры нормальная. Все как положено. Голос 10, музыка 4. Игру почти не слышно, да? Так. Сделаем сейчас... Вот так. Если на семерочку. Как сейчас вам? Говорите. Тут еще есть обычные люди. Здрасте, очень рада. Да, тут есть кто-то не мечник. Так, вот я сейчас увеличил громкость игры. Говорите ваше мнение. Потому что мы не начнем до тех пор, пока мы не отстроим все как положено. Чтобы было всем все комфортно. Итак, я смотрю, я слежу за чатом. Посмотрим, что вы... Так, уже слышно. Так, ну, видимо, слышно уже нормально. Что, какой темный режим? Вы о чем? Про какой темный режим? Так, ну, скорее всего, будет нормально. Ну, отлично. Ну, вот, собственно, дальше мы и пойдем с вами. Ну что ж, поехали, окей. Здесь все нормально, окей. Ну, замечательно. У меня геймпад, а мне предлагают настроить клавиатуру. Ну, окей. Всем привет. С интересом смотрим. Голос норм. Музыку на один пункт прибавь. Вообще отлично. Ну, собственно, поехали. Там просто потом музыка же будет громкая во время батальных сцен, поэтому... Так, вот здесь сейчас клавиатура мне понадобится. Введите имя персонажа. Я не буду ходить далеко и надолго. Все как положено. Даркнелор. Опа! Так, пол. Конечно же, мужчина. Так, класс. Вот сейчас будем думать, каким классом будем играться, потому что я хочу сделать нечто среднее, чтобы как бы и дрался быстро, и как бы со щитом был. Вот, поэтому сейчас выберем кого-нибудь из них. Вообще, ближе всего к этому воин как бы подходит, но он входит в достаточно тяжелых таких латах. Вот, когда будет стрим по Вов, внизу есть расписание. Так, странник. Странник как бы со щитом и как бы с что это у него там такое? Ну, в общем, я думаю, что странника возьмем себе. А что там охотник делает? Так, ну, какая маленькая голова у него. Волшебник, пиромант, клирик. Ну, короче, я, наверное, возьму себе странника. Чувак такой достаточно ловкий, плюс достаточно мощный. Если его еще и правильно раскачать в нужную сторону. Так, дар.
Давайте посмотрим, что у нас с даром. Я отмычку брать не хочу, потому что она может завести туда, куда не надо раньше времени. Так, святая вода восстанавливает здоровье и статус. Так, черная огненная бомба. Двойная человечность. Бинокль используется для наблюдения. Медальон без эффекта не надо. Отмычка, кольцо крохотного существа добавляет немного здоровья. Старинное кольцо без... Давайте вот, собственно, вот это колечко себе возьмем. Кольцо крохотного существа добавляет немного здоровья. Вот. Ну что, берем кольцо. Тело у нас... У нас, понимаете, я не знаю, по какой причине From Software сделала всем маленькие головы, поэтому я думаю, мы ему большую голову сделаем. Не, что-то это совсем слишком большая голова. Ладно, давайте сделаем ему какой-нибудь... Даже не знаю, какой... Ну, короче, пускай очень худое, пускай он такой по японскому будет формату. Да, кстати, ребят, знакомьтесь, это наш Найтбот. Теперь он следит за порядком, и он просит всех вославить солнце. Итак, сделаем себе внешность. Господи, на одного моего знакомого похож. Так, классическая из Великой Топи, странник с Востока. Пускай будет, наверное, дворянин Асторы, но я, наверное, все-таки сейчас это дело настрою под себя еще немножко. А может быть и нет. Так, волосы. Волосы что-нибудь сейчас такое анимешное ему найдем. Ну, наверное, что-то типа такого, хотя не знаю. Это примерно то, что сейчас у меня. Пускай вот будут такие вот... Ну, пускай, короче, непослушные будут волосы. Будем делать себе. Так, цвет... Джигурда. Ладно, давайте оставим черный цвет. И теперь давайте настроим кое-чего. Так, зрелость. Зрелость, так... Так, ну я что-то как-то... А, вот все, я вижу разницу. Не, ну это совсем молодой. Вот пускай вот будет примерно вот таким. Гормоны. Я думаю... Ой, что ты делаешь? Крестовина у меня немножко... Ой, что я сделал? Кошмар, что я сделал? Подождите, стоп. Пускай вот что-то вот... Ну, пускай будет как было. По-моему, изначально картинка была лучше. Черты. Вот пускай как какой-то такой будет. Все. Так, все. Так. Пока стрим только начинается, не забывайте добавляться в группу ВК, где будут написаны все новости. Ну, вообще, кстати, Ярослав, это можно. Да, кстати, Джек, да, я решил, поскольку Bloodborne у меня нет возможности поиграть в него, я решил вспомнить Dark Souls. Вообще как-то очень сильно тянет. Блин, у нас далеко на девочку стал похож. Подождите. Нет, я должен это исправить. Что-то какая-то фигня. Короче, пускай вот так остается. Но немногим лучше. Подождите сейчас. Гормоны чуть-чуть вот сюда. Вот. Ну, плюс-минус более-менее. Вот, пускай будет так. Вот, ну что с... поехали, наверное. Да тут, Артём, целая история с этим. С чем? С чем целая история? Я не договорил. Есть некоторые ссылки, которые я разрешил боту вставлять. То есть это ссылки на канал Ютуба, на группу ВКонтакте. То есть не на всякое непонятное, на чужое. Ну ладно, ребят, поехали. Начать игру с этим персонажем, да, погнали. В эру древних мир был бесформенным, его окутывал туман. Это была земля серых утесов, древних деревьев и пресносущих драконов. Но затем был огонь, и с приходом огня все распалось на две части. Жар и холод. Жизнь и смерть. И, конечно, свет и тьма.
Из тьмы пришли они. И они нашли в пламени души повелителей. Нито, первый из мертвых. Ведьма Изолита и ее дочери Хаоса. Гвин, повелитель света и его верные рыцари. И хитрый карлик, которого так легко забыть. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов драконам. Молнии Гвина разорвали их каменную чешую. Ведьмы призывали огненные смерчи. Нито насылал смерть и болезни. А ногой Сид предал свой род. И драконы сгинули. Так началась эра огня. Но вскоре пламя погаснет, и останется только тьма. Даже сейчас лишь тлеют угли, и человек видит не свет, но бесконечную ночь. А среди живых ходят проклятые носители знака тьмы. У меня аж мурашки просто по коже от этой заставки. Да, воистину, нежить заклеймена знаком тьмы. И в этих краях нежить сгоняют и ведут на север. Где они будут томиться в заключении до конца дней. А вот, собственно, и наш герой. Таков твой удел. Джек уже, это, людей спрашивает, как думаете, через сколько наступит первая смерть? Я думаю, скоро. Да, кстати, народ, считайте смерти. Вот, и это, если будет такой какой-то эпический момент, запоминайте тайминг. Будем потом делать хайлайты на Твиче. Ну, здравствуй, незнакомец. Полагаю, в течение первых минут 10. Как вы в меня все верите? Так, ключ от кузни темницы в подземелье. Так, секундочку, я должен вспомнить управление. Понятно, это не то. Так, смена снаряжения. Хочу почитать... Вот я про что и говорю. То, что я забыл нафиг полностью управление. Так, Ладно. Так...
Так, ну чё, посмотрим, потому что я нифига не помню, и насколько я помню свое старое прохождение, я нифига не читал описание. Надо этим заняться. Так, черный кристалл разделения. Черный кристалл — это символ расставания, даруется изгнанной нежити. Кристалл отправляет фантомов или вас домой. Помните о нестабильности этого предмета, если собираетесь развивать отношения. Знак тьмы. Темный знак указывает на проклятую нежить. Заклейменные этим знаком возродились после смерти, но когда-нибудь потеряют рассудок и станут полыми. Смерть активирует темный знак, который возвращает хозяина к последнему костру за всю человечность и души. Так, ключ от темницы в подземелье. Загадочный рыцарь, не говоря ни слова, швырнул в камеру мертвеца, у которого был этот ключ. Кем был этот рыцарь? Какую цель он преследовал? Возможно, ответов не существует, но вы должны продолжать поиски. Так, рукоять прямого меча. Обломок пропавшего меча, брошенный в прибежище нежити. Немногим лучше кулаков. Рекомендуется как можно быстрее найти ему замену. Не вопрос. Так, капюшон странника. Капюшон праздного странника, сшитый из прочной кожи, которая защищает от ветра и дождя. В принципе, все остальные предметы одежды такие же. Такс. Ага. Артём читает дофига, поэтому умрет не в первые 10 минут. Кольцо крохотного существа. Кольцо с небольшим древним красным камнем, немного увеличивает здоровье. Кольцо дарует силы разных уровней, их изучение и эффективное использование могут облегчить путешествие. Так, секундочку. Чё-то я все забыл. А, все, кольцо на мне уже. Хорошо. Ну ладно, погнали. Такс. Надо вспоминать, потому что ни черта не помню. Ага. Ага, понятно. Все, все помню. Ну, понятно, в принципе. Ну ладно, первый готов. Такс. Да не, 101-й босс бывает любит выкрутаться, устраивать и может убить даже подготовленного. Да не, в первые 10 минут игры. Сейчас Артём еще специально медленнее станет читать. И ходить начнет задом наперед. Так, а буду ли я оставлять знаки призыва? Пока не знаю. Посмотрим, насколько тяжко нам станет. Я не знаю, у нас... Не, ну это была глупость, конечно. Чё, ты меня не будешь атаковать, что ли? Ну и ну тебя. Заберу твои души. Не, этим обломком точно бэкстеп я не сделаю, так что тут даже думать нечего. Блин, я, честно говоря, так забыл абсолютно полностью управление в этой игре, что что-то как-то мне страшно. Что-то мне боязно как-то стало. Ну, здравствуй. Умри и спи спокойно. Такс. Блин, как я соскучился по этой игре, просто с ума сойти. Такс. Ну, хорошо. Так, здесь у нас первый бонфайр. Урашечки, ура. Открыто достижение вожечь. Вы, кстати, наверное, не видите ачивки, которые появляются снизу. Вот. Есть такие предположения. Привет, Артём, привет, чат. Ты используешь DSFix? DSFix и все? Я вообще никакой DSFix не использую. Дело в том, что он сейчас... Сейчас все залочено в 30 кадров, в принципе. И, во-вторых, тут нет особого такого... Игра полностью отказалась от использования Games for Windows Live. Отказалась от залочивания региона. Поэтому сейчас игра станет намного более удобной. Так, с этой стороны не открыть, я помню. Так, как бегать, я не помню. На Б? На Б. Я просто заранее готовлюсь к тому, что сейчас будет. Мне придется бежать. Побежали, побежали, побежали. Все, хорошо. Не психуй. Так, еще один бонфайр. 10 минут игры, как я соскучился. 10 часов игры, как же меня она бесит. Да, я чувствую, это еще будет. Бери щит. Хорошо. Оп. Так, кожаный щит. Секундочку. Так, вот все.
Куда побежал? А ну стой, а ну стой! Куда пошел? Куда этот страус чешет? Козел. Ну ладно. Сабля. Во! Вот это... Да что ты... Сабля. Вот это я понимаю. Вот это дело. Я включил счетчик на всякий случай. Оп! Как я хорошо, блин, начал удары. Издалека. Так, ну ладно, пройти через белый свет. Что-то у меня руки вспотели, хотя еще ничего страшного не произошло. Так. Вон он, тот самый незнакомец-то, который скинул нам труп. Так, я помню местный прикол. Блин. Фальстарт. Да, я помню этот прикол. Я на него больше не поддамся. Интересно, он отскочил от стены и упал, видимо, сюда откатился. Ну ладно. Давайте пообщаемся с этим рыцарем. А, это ты. Ты ведь не из полых, да? Слава богу. Боюсь, что мне конец. Скоро я умру, а потом лишусь разума. Я хочу кое о чем попросить тебя. Ты и я, мы оба нежить. Ты выслушаешь меня, так ведь? Да. К несчастью, я не выполнил свое задание. Но, быть может, ты завершишь то, что не удалось мне. В моей семье издревле говорили: «Ты, кто избран из мертвецов, покинув прибежище нежити, отправляйся в странствие к землям древних повелителей. Ударь в колокол пробуждения, и тебе откроется судьба нежити». Теперь ты все знаешь. Я могу умереть с надеждой в сердце. О, и еще одно. Вот, возьми. Это фляга с эстусом, любимого лакомства нежити. Так, открыто достижение фляга с эстусом. О, и вот это. Ключ от восточного крыла второго этажа. А теперь я должен попрощаться с тобой. Я не хочу навредить тебе после смерти. Так что ступай. И спасибо тебе. Так, ты больше ничего не скажешь? А теперь я должен попрощаться с тобой. Понятно. В общем, все, он с нами больше не заговорит. Маленький... Да что я открываю-то все время вот это... Хочу глянуть одну вещь. Фляга с эстусом. Нежить дорожит этими матовыми зелеными флягами, и они мне всегда желтыми казались. У костра флягу можно наполнить эстусом, который восстанавливает здоровье. Фляга с эстусом связана с хранительницами огня и упоминается в темных песнях. В изумруде фляги отражается душа, той, что хранительницей звали. И после смерти огню ты верна... так. Это все, что ли? Там нельзя как-то прокрутить ниже? Там не было ничего снизу? Снизу нет? Ну ладно. Так. Прибежище нежити — это огромная тюрьма, разделенная железными решетками. Даже если нежити удастся выбраться из камеры, ей все равно придется приложить немало усилий, чтобы попасть на волю. Так, и насчет вот сабли мне интересно стало. Маленький кривой меч наносит небольшой урон, но смертельно опасен при нанесении серии ударов. Быстрые удары кривой сабли искромсают ткань и плоть, но не причинят вреда металлическим доспехам и крепким пластинам. Так, круглый покрытый кожей щит, широко распространенный обычный щит. Малые щиты не бывают прочными, но с ними легче наносить критический удар после парирования. Хорошо. Так. Да он и так нам сейчас душу отдаст. Только насчет убийства, кстати, я помню, там что-то поговаривали про... Что-то из него могло вывалиться, но... Все равно мы потом с ним еще встретимся. Я-то знаю. Такс. Дайте Артему пульсометр, так интереснее. Ладно, так. Оп. Тихо, ты че? Эп! Успокойся. Так, я лучше ногу с ноги-то уберу, а то у меня сейчас нога занемеет, и мне ее придется ампутировать. Так, ну погнали. Так, 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 так. Так, на X я помню, что используется эстус, поэтому я лучше пока буду следить за тем, на что я жму. Опа-па. Так, я помню, как кувыркаться. Спокойно.
Иди ко мне, дружище, давай. Оп. Блин, жалко, я хотел все-таки это... бэкстеп попробовать. Так, ну ладно, тут вон еще есть один. Внутри, попробую на нем. Он просто щитник. Оп. Не получилось. Ну ладно. Хотя бы так. Такс. Логвинов, помню, отзывался, что игры серии Dark Souls дико легкие, сам он их проходил даже не напрягаясь, ибо тут все заделано под тайминг, который стоит лишь раз увидеть, запомнить, и проблем особых в игре нет. После босса откройте двери, пойдите направо к гнезду. Я знаю. Такс. Ну... мне на самом деле пофигу на все эти тайминги, вообще не знаю, что это такое. Мне проще так. Так, он, видимо, не пробовал без щита убивать трех стражей во втором дарке. Да, там это было тяжело с двумя стражами. Ладно, народ, у нас первый босс, который меня вполне может убить, потому что я давно не играл в эту игру, и я могу все нафиг забыть. Поэтому... хорошо, начали! Что сделаешь? Опа! Так, спокойно. Блин. Да что ты? Блин, не застревай только, пожалуйста. Вставай, вставай, дебил. Хоть. Я хорошо начал, да? Мне сейчас... сейчас меня реально убьет ведь. Так, тихо, осторожненько. Оббегаем, оббегаем. Я, пожалуй, вот так сделаю на всякий случай. Засранец. Бежим, бежим, бежим. Да что ты в его лапу врезаешься-то, а? Не, он сейчас... сейчас... ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, ладно, готов. Фух. Большой ключ паломника. Замечательно. В две руки? Да мне некогда было читать. Демон прыгает, а пол не ломается. А потом Тёма еле наступит и провалится. Логика! Да, там есть такое, я помню. Я помню, там есть такой подлый момент. Так, это мы вернемся к бонфайру. Я пока туда не хочу. Мне туда. Что там в описании ключа паломника, интересно? Не туда лезу. Ключ паломника... ключ от внутренней двери в главный зал прибежища нежити. Большой ключ, который принадлежал избранному паломнику нежити. Он понятия не имел о том, что ему уготовило это паломничество. Хорошо сказано. Фух, ладно. Я, по крайней мере, я еще живой. Это будет самая жалкая смерть, если... да, если б я умер на этом боссе, это была бы самая просто идиотская смерть. Так, ладно. Все-таки очень хорошо, что наконец-то они ее отвязали от Games for Windows Live. Это очень классно. В игру сразу приятнее играть стало. Ладно, первый босс готов. Ну, это так, фигня. Но древние легенды гласят, что однажды мертвец будет избран. Ворона из Алана Вейка прилетела. Он покинет прибежище нежити и отправится в страну древних повелителей. Лордран. Фух, так, я немного вспотел.
Хотя, казалось бы, убивали такого сопляка. Но, по-моему... Короче, я не знаю, пока все классно, пока все супер. Но скоро наступит боль, я в этом уверен. Какой же Dark Souls без боли? Только тех, кто спидраны делает. Я вообще не понимаю, что это за нелюди. Это какие-то... просто чудовища. Так, открыто достижение, прибыть в Лордран. Хорошо, давайте... Я понял. Окей, окей. Так, отдохнем у костра. Ты обязан идти без смертей минимум до кузнеца. А, я могу пойти в другую сторону и кузнеца найти в другой стороне, кстати. В руинах Лонда. Так, ну... Я, пожалуй, обращать опустошение пока не буду. Я пока, пожалуй, себе новый уровень подниму. Так, надо теперь немножко вспоминать, что у нас... Поскольку я играю за чувака, у которого ловкость играет самую главную роль... А я, кстати, к слову, собираюсь брать у Чигатану и собираюсь ее прокачивать. Вот. Значит... Поэтому нам нужна будет для него ловкость. Но, по-моему, там еще и сила нужна. Вот я не помню, если честно. Так, поэтому пока что... Пока мы находимся в этом меню, говорите мне, что качать. Иначе я сейчас что-нибудь накачаю, а потом буду жалеть об этом. Так, я заодно почитаю наш чатик, потому что... Игра такая, в которой тяжело отвлекаться на комментарии. Так. Артём, как ветеран Dark Souls 2, вы обязаны на данном этапе игры убить Черного Рыцаря. Тут их несколько. Ну, вообще... Да, там есть один такой. Так, подписывайтесь на YouTube, это на мой канал. Да, обожаю спидраны. Помню, спидран видал два парня Battle Lots на Денди за 20. Так. Будешь убивать торговца? Ну да, я буду убивать торговца. Ловкость. То есть сейчас мы будем прокачивать ловкость. Помимо ловкости, что еще будем качать? Вообще, как бы нужна нам выносливость, здоровье, и получается, что ловкость. Если у Чигатану, то ловкость. Ну, короче, сделаем вот так. Ну, в принципе, все. Пока что нам душ хватило только на это. Так. Можно... А не надо ничего возжигать, у меня, кстати, 10 сейчас как раз фляжек, все хорошо. Ну, теперь пообщаемся с этим парнем. Человечность пока себе возвращать не буду. До поры до времени. Там потом посмотрим. На здоровье забей. Ты уверен в этом? Но если что, я в следующий раз, когда буду прокачиваться, то я не буду уже прокачивать здоровье. Но объясни, пожалуйста, насчет здоровья, потому что я не очень понимаю. Как бы иногда это очень серьезно помогает. Так, что у нас тут? Ты, должно быть, здесь недавно. Дай-ка угадаю. Судьба нежити, верно? Что ж, и до тебя сюда приходили. Но ты не найдешь здесь спасения. Лучше бы вам всем остаться гнить в прибежище нежити. Но что сейчас говорить? Раз уж ты здесь, то я помогу тебе. Колоколов пробуждения на самом деле два. Один наверху, в церкви нежити, а второй глубоко внизу, в развалинах у основания чумного города. Ударь в оба колокола, и что-нибудь произойдет. Гениально, правда? Что ж, я все сказал. Но, похоже, это тебя не остановит. Так что ступай. Тебя ведь это привело в наши проклятые земли нежити. Вечно смеющиеся странные персонажи. Просто на уворотах всю игру пройдешь. Ну, окей, попробуем. Но в случае чего потом буду поднимать эту планку. О, твое лицо. Ты почти полый. Хотя кто знает, может полым быть проще. Что еще скажешь? Что? Восстановить человечность? Для этого существует несколько способов. Можно собирать ее по частичке с трупов. А можно умаслить клирика, чтобы он тебя призвал. Самый быстрый способ, хоть я его и не использую, это убить здорового мертвеца и забрать его человечность. В конце концов, заповедь «Не возжелай» относится только к живым.
Ха-ха-ха. Надо будет тоже всех, когда я буду убивать этого персонажа, тоже говорить ха-ха-ха. На что ты смотришь? Не пытайся ничего тут выкинуть. Можешь пожалеть. Что? Что? Ты хочешь узнать что-то еще? Только этого нам не хватало. Очередная любопытная душа. Что ж, тогда слушай. Один колокол наверху в церкви нежити, но подъемник сломан. Так что придется карабкаться по лестнице в развалинах и попасть в город нежити через водоспуск. Второй колокол глубоко под городом нежити, в полном заразы чумном городе. Но я скорее умру заново, чем сунусь в эту помойку. Еще что скажешь? Ада преисподняя, что еще? Ты задаешь слишком много вопросов. Я предполагаю, что он закончил с нами разговаривать. Что? И что теперь? Я не в настроении болтать. Оставь меня в покое. Кто-то, я помню, мне давным-давно кто-то говорил, что я, мол, слишком по-фэнтезийному, как-то слишком по-сказочному озвучивал этого персонажа. Ну так он, ну так если он так разговаривает. Вы, я думаю, тоже слышали, как у него там в оригинале голос звучит. All right. То есть там весь разговор был таким голосом. Три человечности, хорошо. Здесь вот сбоку, я помню, тоже что-то есть. Нет, не здесь. И не здесь. Сюда надо подняться. Вот в этой стороне. Тихо, тихо, джойстик, что ты делаешь? Так, огненная бомба. Подождите-ка, подождите-ка. Я сейчас, пожалуй, сниму предмет. Я вот так сделаю. Я не знаю, у меня перфекционизм бьет по голове. И у меня должно быть все по порядку. Нам, кстати, бомбы могут потом пригодиться. Так. Хотя я не очень такой любитель кидательных таких оружий. Так, еще вот у нас здесь вот этот местный парень. Такой, не знаю, он у меня все время почему-то ассоциируется с Иванушкой-дурачком. Видимо, потому что он блондин и вот с такой вот прической-горшком. Так, чего там пишете? Не здесь и не здесь? Конечно, фэнтези, не стимпанк же. Привет. Полагаю, мы не представлены. Я Петрус из Таралунда. У тебя к нам какое-то дело? Если нет, не затруднит ли тебя держаться подальше? К нам, к кому? Тут никого нет. Привет. Я понимаю, что просил тебя держаться от нас подальше. Но уверяю тебя, что мы вовсе не держим на тебя зла. Вот, возьми это в знак примирения. Нет-нет, давай. Это тебе. Медная монета, которая, я так предполагаю, что мне не понадобится нигде, да? А что ж ты будешь делать-то? Где она? Валяется-то. Где-то... Да, вот медная монета. На ней изображен старый Маклоев, бог медицины и спиртных напитков. Даже самые дорогие монеты мира людей имеют низкую стоимость в Лордране, где принято расплачиваться душами. Их носят с собой те, кто мечтает выбраться во внешний мир. Джек, зачем его убивать? Ох, это снова ты? Хотя у меня есть мысль. Как насчет вот чего? Мне все равно надо дождаться моих спутников. Так что я могу научить тебя чудесам. Тебе это интересно? Чудесам? На самом деле, я как бы не собираюсь играть персонажем, который будет магией заниматься. Но скажите, что делать-то? И да, и нафига мне его убивать, кстати? Так. Жалко, что вот эта пауза в 30 секунд, к сожалению, приходится ждать достаточно долго. Вот. Насколько я помню, у партнерки есть функция, что 15 секунд становится разрыв. Короче, просто его убить. Я не знаю, мне такое ощущение, что Джек меня на что-то провоцирует. Ладно, я не буду с ним, короче, не буду у него учиться чудесам. Очень жаль. Что ж, каждому свое. Поговори со мной, если передумаешь. О, со мной, да? Замечательно. Так, секундочку еще. О, здравствуй. В чем дело?
Ты хочешь изменить свое решение? Нет. Очень жаль, что ж каждому свое. Он плохой. Мы убиваем плохих людей. Так, народ, я предполагаю, что сейчас, что это какая-то такая фишка, что ли, от... Вот, ну чё, ладно, попробуем. Чё ты делаешь? Не понял. Да ладно. Текс, ладно. Да ладно, то есть он не будет меня атаковать, что ли? Подождите, я чё-то не пойму. А чё это он меня не атакует-то? Тихо. Япона, мать! Вот это... Я его разозлил. Прыгай, дурак! А вот и бэкстеп. Тихо, 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 тихо. Оп! Чё ты дел... Тихо! Ой, япона, мать! Суровый какой мужик. Так, подождите, подождите. Прыгай, твою мать. Прыгай. Камера, 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 что ты делаешь? Прекрати. Ну что ты тут со мной танцы свои танцуешь? Грязные танцы. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Сюда иди. Давай. Ну и... Тихо, спокойно. Спокойно, Иванушка, все нормально. Ты, главное, не психуй. Блин, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Главное тут еще как-то научиться вовремя убирать с него наведение, чтобы получился бэкстеп. Так, парень, 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 ты очень неудобное место выбрал. Точнее, это я не очень удобное место выбрал для боя. Тихо. Тихо. Нормально, нормально, все хорошо. Хорошо, Тихо. Тири, тири, твою. Вот так вот. Хорошо. Так, иди сюда. Вот козел, а. Взял, восстановил себе все здоровье. Чё ты... Ой, япона, мать. Тихо, 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 тихо. Не пинайся. Вот так вот. Фу, нормально. Я не помню, как парировать. Я сейчас не буду экспериментировать во время этого боя. Иди сюда. Давай, иди сюда. Чё ты там ходишь? Чё ты там гуляешь? Да, иди сюда. Будь мужиком. Чё-то как баба. Тихо! Не получилось. Не получилось, а. Лося не получи. Тихо. Неудачной стороны я начал его обходить. Тихо, спокойно. Да блин! Давай, 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 мужик, давай. Блин, опять он отошел в самое неудобное место. Вот так вот. Фу. Ой, блин, вот это сейчас бы мне прилетело. Так, спокойно. Да, блин. Твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Камера, не твори непотребство. Тихо, давай, иди сюда. Я не знаю, стоит ли... Тихо, спокойно. Спокойно, мужик. Спокойно. Так, нормально. Я сейчас просто боюсь, что я сейчас начну эсту спить, и он меня грохнет.
Нормально. Все хорошо. Иди сюда. Спускайся. Ой, твою мать. Ой. Получай. Оттопыренный ты мой. Замечательно. 40 минут прошло, ты все еще жив. Ой-о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 й, сейчас я договорю. Ой, сейчас я доболтаю. Опа. Тихо. Тихо, спокойно. Вот, получай. Конопельный ты мой. Тихо, не жадничаем. Да что ты? Да блин, у него уже жизни нет, чего же он никак не дохнет-то? Не может быть. Фух. Это не должно так закончиться. Две человечности. И чё? И ради этого я с ним сражался? Ну ладно, сходим обратно к костру. Фух. Ладно, так. 40 минут прошло, ты жив. Я был неправ. Такс. У меня одного голова кругом. Укачало. Как Иванушка остался жив после всего этого? Сейчас я тебя как отделаю, у тебя голова пойдет кругом. Так, ладно. Сейчас прокачаем себе выносливость. Ну да, только выносливость мы прокачали. Хорошо. Этого парня стоит убивать? Сразу говорите. Потому что... Фу, руки вспотели с ним сражаться. Чё скажете-то? Глаз чешется. Одним глазом смотрю сюда, вторым сюда. Третьим сюда. Этого не надо, ладно. Я тебе доверяю, Джек. Так, секундочку. Тут есть некоторые места, в которые стоит заглянуть, пока мы еще отсюда не свалили. Да не надо всех тут подряд-то убивать. Вы что, с ума сошли? Так, туда я могу складывать вещи в тот сундук. Это я помню. Так, туда я не пойду. Там скелеты проснутся сейчас и сделают нам очень-очень больно. Так, а вот сверху... Сверху что-то было. Вон, да, вон там, с той стороны. Есть желание туда сбегать. Так, душа пропавшего мертвеца. Хорошо. Я, пожалуй, вот эти души уже приберегу до следующего костра. Да, и на следующем костре, когда уже прокачиваться буду... Там уже разберемся. Так, народ, напомните, сколько нужно ловкости для... Сколько нужно ловкости для Учигатаны? Чтоб ее можно было нормально носить, потому что я не помню. Тут сундук для вещей, но тех, которые ты случайно мог уронить. А-а-а. Понятно. Так, ну ладно. В общем-то, погнали. Погнали наверх, ребята. Погнали в Лордерн. Иди сюда. Иди ко мне. Давай мы с тобой немножко поиграем. Ты чё делаешь? Ничего себе, камера вытворила какую фортель. Иди сюда. Иди сюда, мой мертвый. Готов. Так, сначала я завалю вон тех ребят. Готов один. Чё ж ты не упал-то, а? Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо. Я внизу иду. Да отходи ты вниз, господи. Я не ожидал, что этот парень придет сверху. Так.
Джек, напиши, как пинок делать, потому что я не помню нифига. Его бы пнуть. Просто боюсь, что сейчас это... Я сейчас с ним улечу. Слушайте, он все отходит и отходит. Он уже стоит на воздухе просто. Да упади ты уже, елки-палки. Наконец-то. Сейчас я добью его. Так, ну и ты иди сюда. Со щитом, парень. Серьезный парень со щитом. Готов. Так. О, осколок титанита. Хорошо. Артем, почему вы такой живучий? Это же Dark Souls. Первая смерть просто обязана быть глупой и смешной. Так, левый стик вперед и R1. Так, подожди. Я сейчас спущусь на более нормальное место, а то я боюсь здесь проверять рядом с пропастью. Левый... Так. Вперед и РТ. Стоп. Еще раз. Стоп. Какой стик у меня уже уехало? Сколько у тебя... Так. Сила вроде 14 надо, а ловкости не помню. Во, силу надо будет тоже прокачать. Так. Цифра на счетчике все еще 0. Левый стик вперед и R1. Левый стик вперед. Вот что он делает у меня, когда я жму вперед и РТ. Вот так он делает РБ. Возможно, я что-то не понимаю. Ошибочка. Вперед и РТ это другое, но тоже крутое. Так как делать пинок-то? Потому что мне он понадобится. Потому что я не помню. И в игре нет описания вот этого. Короче, ладно, пока там никого нет. Пока идем, а вы там все-таки напишите мне. Ой, кстати. Так, секундочку, осторожно. Душа, еще одна душа пропавшего мертвеца. Такс. Надо типа клацнуть. Клацнуть? Подожди, стоп. Ладно, потом разберемся. Так, подождите. Сейчас я хочу одну вещь отработать. Ага, все. Помнят руки. Ой, блин, как я боюсь туда бежать. Нормально, фух. Все окей. Так, а теперь замерли. Теперь просто народ замерли. У меня пальцы сейчас будут скользить просто. Жертвенное кольцо. Пока надевать его не буду. Потому что это колечко, оно... Я насколько помню... Оно используется для того, чтобы после смерти у меня все осталось при себе. Так. Вот я ненавижу это место, вот именно из-за вот этого вот. Так, секундочку. Вот так. Фух. Фух, живой. Ой-ой-ой. Там труп упал. Где труп упал? В чем? Мы требуем смерть. Тут самое место для глупых смертей. Да, я это помню. Так, ну ладно, идем вперед. Слева крыса, но я еще хочу здесь забрать одну вещичку. Еще одна душа. Замечательно. Так что силу надо будет тоже прокачивать, если мы хотим у Чагатаны. Тихо. Ни хрена. В первый раз вижу, чтобы она на меня нападала здесь. Она ж никогда не нападала. Чё-то новое. Еще одна душа. Слушайте, да я прям полон душ. Так. Блин, я все-таки не понимаю. Я не врубаюсь. Я реально не понимаю. Я вот клацаю еле-еле прям. Но он все равно пинок не делает. Так, туда мы пока не попадем. Идем сюда. С ума сойти, до сих пор живой. Просто даже не верится в это. Крыса как бегемот.
Games. Отключили Games по Windows Live, и крыса перестала быть умственно отсталой. Точно. Ой-ой-ой, тихо-тихо, сейчас у меня чат упадет. С подставочки. Здрасте. Ух ты, какой хитрый! Умри. Нет. Я туда пока не тороплюсь. Идите сюда. Иди сюда. Да иди ко мне. Зато умственно отсталые, по-моему, стали вот эти обыкновенные гули. Так, секундочку. Обобрать юбка полого воителя. Да ну у тебя. Иди сюда. Иди ко мне. Докажи, что ты... Ах ты какой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как это было глупо! Так, там слева еще один. Охламон. Ой, тихо-тихо. Там кто-то бегает. Мне не нравится, что там кто-то бегает. Зачем там кто-то бегает? Так, ладно. Пока... Хочу вот сюда сбегать. Такс. Дракон будет пролетать, запрыгивай на него и лети в Аннерлонда. Джек! Ты там упоролся, что ли? Такс. Смотрите, какой висит, а. Ладно, тихонько. Спокойно. Так, одного... Готовы оба. Так, тут вроде бы все спокойно. Слушайте, народ, это не спортивно. Ни хрена себе, это как так вышло? Тихо-тихо, ставь щит, господи! Это было неожиданно. Они, конечно, слабые до одурения, но если их будет много, то это проблема. Кстати, насчет мусора. Есть тут... Так, никого вокруг нет? Я лучше вот сюда зайду на всякий случай. Насчет мусора. Есть такой прикол. Сейчас найду его. Бесполезный хлам. Какой нормальный человек будет таскать его с собой? Возможно, вам нужна помощь. Так, дракон будет пролетать. Так, Артём, там внизу много душ. Внизу. Внизу, где внизу? Это туда, куда я залез сейчас? Такс. Человечность. Кстати, вот эти лазейки, это в свое время мне Джек показал их. Чё ты делаешь, твою мать? Умри, картошка. Так, я все-таки постараюсь пока не лечиться до ближайшего костра. Так, я там все исследовал. Там еще слева вроде бы что-то было, да? Птички, отнеси мусор после того, как с дракона слезешь. Птичка, птичка, какая птичка? Я здесь не видел никакой птички еще. Так, еще одна душа, замечательно. Так. Шуткует там Джек Шепард. Насчет полетов на драконе. Так, пускай хотя бы один сюда придет. Будем поодиночке с вами разбираться. Прости, парень, но я тебя ударю первым. О, короткий меч. Я более чем уверен, что моя сабля лучшая. Тихо, 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 стоп. Тихо,
Давай, потанцуем, потанцуем, давай, давай. Нормально. Парень. Умри, пожалуйста. Готов. Так, отлично, мы добрались до слева, до нового бонфайра. Во-первых, давайте немножечко восстановим себе здоровье. Во-вторых, я сейчас собираюсь прокачаться. Поэтому я сейчас собираюсь использовать души, которые у меня есть. Так. Ну, они мне все попали как раз в быстрые слоты. Да, на геймпаде я играю. Геймпад от Xbox 360-го. Так, ну и большая душа. Так, ну что ж, давайте, значит, новый уровень. Мне нужна сила 14. Блин, не хватило даже. Потому что я собираюсь получить Учигатану. Ну, по крайней мере... Так. Копейщики слева. Ну, иди сюда, что ли, ко мне. Давай. Что ж ты не падаешь-то, а? Умри. Ты чё, буйный какой? Два буйных. Ха-ха-ха, застрял. Зря застрял. Так, здесь у нас, значит, двое копейщиков. Тут кто-то ставил, что... Тут кто-то говорил, что самое время... кто-то говорил, что, значит, это, меня копейщики убьют. Ну, посмотрим, посмотрим, народ. Слушайте, я уже играю целый час, я все еще не помер. Удивительная фигня. Иди сюда. Давай, чё ты, чё ты, ну давай. Слушайте, я не понимаю. Не, не, не... Ты тихо, а то-то-то-то. Один готов. Сейчас будет второй готов. Отойди от коробок. Ой, ой, твою мать! Это тебе великая мстя. Я настолько суров, что я пробиваю коробки головой. Тихо, тихо, иди сюда. Иди сюда, чувак с топориком. Мы сейчас с тобой немножко пообщаемся. И ты умрешь. Так, маленький момент. Хочу глянуть, что здесь. Справа меня, кстати, если бы меня здесь кто-то поджидал, меня бы уже убили. Так, осторожно, по одному. Готов. Так, вот мне не нравятся вон те два типа. О, так. Так, 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 так. Иди сюда. Слушайте, а здесь не было ловушки? Они сверху не падали, нет? Иди сюда. Блин! Вот это обидно было. Готов. Счетчики. Да, счетчики у нас почему-то до сих пор на нуле находятся. Это просто уму непостижимо. Даже как-то странно это. Как-то неправильно, что ли. Так, метательные ножи. Очень хорошо. Там что-то есть, я насколько помню. Кто-то еще буйный прибежал. Осторожно.
А, я помню это место. Тут, по-моему, арбалет. Да, у нас появился арбалет с обычным болтом. В принципе, неплохо. Арбалет может потом пригодиться. По крайней мере, мне пригождался. Так. Ой, япона мать! Ты что делаешь? Тихо ты! Да тихо ты! Ладно, все, спокойно. Бегает он тут за мной, понимаете ли. Так вот, я свернул и не дошел до торговца. Сейчас, собственно, к торговцу и пойдем. Сейчас мы будем получать нашу учигатану. Но перед этим, я думаю, нам стоит взять у него лук и стрелы. Хотя, подождите. Не, ну вообще как бы нужен лук и стрелы. Они как бы нужны для выманивания, все дела. Они нам пригодятся. Давайте сначала с ним просто пообщаемся. Здравствуй. Ну что ж, похоже, ты понимаешь, что к чему, верно? Значит, я с радостью продам тебе свои товары. Я торгую за души. Все на продажу. Сейчас обновлю. Ой, тихо. Чат. Тихо, не падай. Чат, не падай. Твою мать! Что ты делаешь? Тихо. Да повернись ты нормально. Что ж ты... Все нормально. Вот. Все хорошо. Давайте с ним пообщаемся немножко. В последнее время здесь стало неспокойно. Под нами поселился ужасный козлоногий демон, а наверху живут исполинский дракон и демон-бык. Если ты здесь останешься, это место может стать твоей могилой. Да, я его убью. Как убил его детей, всю его семью вырезал, пока тут путешествовал. А? Я здесь не для болтовни. Мы говорим о деле или не говорим вовсе? Еще разок? Да, все. Ну все, он больше не будет со мной говорить. Так. Значит, смотрите, что я у него хочу взять. Ключ от же... У меня денег столько нет. Так, секундочку. Меня интересует лук. Лук не здесь смотреть. Я молодец. Короткий лук. Короткий лук возьмем. Блин, он... 1000 душ! Так, и давайте подумаем насчет того, какую мы возьмем стрелу. Длинную стрелу или деревянную стрелу. Я думаю, если я буду выманивать, то лучше брать деревянные стрелы. Хотя длинные стрелы, они больше урон наносят, но они дороже. Или нет? Подождите, он у меня уверяет, что нет. Джек, как у такого торговца с таким смехом могут быть дети и внуки? Ну, Джигур даже женат. Во, блин, разговоры-то какие, пошли. Так, я что-то реально не пойму. Подождите, длинная стрела 50 душ. Обычная стрела... А, не, 10 душ. Деревянная стрела 3 души. Я, пожалуй, возьму себе... Ой. Поскольку я буду это использовать по большей части в качестве выманивания, я, пожалуй, сейчас пока на первый раз возьму стрел 35 штучек. Я не собираюсь Дрейк Сворд себе выбивать. Ну, давайте 50. Я люблю круглые цифры. В общем, возьмем 50, но пока я не буду ставить. Спасибо большое. Так, ну а теперь мы займемся избиениями. Кто такая Юлия? Эй, тихо! Слушайте, он медленный. Жалко, что нельзя его добить, когда он на земле валяется. Ты чё? Ты как живым до сих пор оставался? Да что же, маленькая Юлия.
Так, ладно, забираем ключ от жилища, забираем человечность, забираем оранжевый путевой мелок. И забираем учигатану, которую мы пока на себя не можем надеть. Но перед этим... Что такое? Так, оранжевый путевой мелок. Сообщения передаются в другие миры, где их оценивают. Также вы можете оценивать принятые сообщения. В Лордерне течение времени искривлено, и сообщения позволяют нежити помогать или мешать друг другу. Чё ещё мы взяли? Ну, в принципе, ладно. Я предлагаю сейчас... Так, а я души взял? У меня были какие-то новые души? Мне человечности дофига сейчас. Ну, короче, сейчас мы не прокачаемся. Поэтому я у костра не вижу особого смысла сейчас сохраняться. Поэтому... Побежали! Тихо! Спокойно! Спокойно, мужчина! Понахватался фразок у Артура. Так. Да-да-да, дай ты мне... То, что ты секира. Ой, очень сильно хотелось. Так. Артём, тебе будут мстить его дети. Уровень возвышал. Так, ладно. Здрасте. Умрите, пожалуйста. Мясо! Так, я помню, что здесь был сундук. Черная огненная бомба. Кстати, знаете, что я обратил внимание? Практически нет никакой подсказки ни от кого за все то время, сколько я играю. Это связано с тем, что я полом бегаю? Так, здесь вот у нас сейчас будут два бомбометателя, и это не очень хорошо. Иди сюда. Во, хорошо, получилось выманить одного. Иди сюда. Какого хрена там происходит? Че он сам себя не взрывает? Кто там бегает? Кому там спокойно не живется? Еще один готов. Ну что, на крышу я тоже думаю, стоит залезть. Так, умри, плиз, я уже не могу смотреть на этот ноль в графе смерти. Коллекционка Ведьмака 3 теперь стоит 11 тысяч для ПК и 13 тысяч для консолей. Ты не отвлекай меня такими, а то меня сейчас тут... А тут утюжат. Так, а... Знаете чё? Пускай подойдет. Иди сюда. Готов. Так, еще одна душа пропавшего мертвеца. Замечательно. Так, ну спускаемся. Чего? А, скорее всего, они все были в Games for Windows Live и не сохранились при переходе. Ну а в новая игра? Так, по-моему, я сейчас сюда могу зайти, у меня есть потому что ключ. Да, ключ от жилища. Так. Чё-то я их зря, по-моему, рановато их спровоцировал. Золотая смола. Отлично. Так, сейчас один из них пойдет сюда, но я... Так, подождите, нет. Коли уж этот копейщик сюда идет, то я лучше с ним сейчас здесь сражусь, перед тем, как идти арбалетчика убивать наверху. Иди сюда. Давай. Ты видишь, в какую я встал в боевую стойку? Давай. Иди сюда. Ты чё? Ты чё какой?
Ты чё какой, я не знаю. Неповоротливый. Не, поворачивается, смотрите-ка. Ой. Чё это ты меня не ударил, э? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Готов. Так. Умри и ты. Все твои друзья умерли. Юбка полого солдата. Тоже вот нафига она мне? Так, ладно. Как у Артема нет смертей? Я уже два раза умер. Ты чё какой копейщик? Ты слышишь? Иди сюда. Мы с тобой... Один готов, сейчас второй готов будет. Ну что, сразись со мной, давай. Так, смотрите, какая ерунда. У меня сейчас хватает душ для того, чтобы повысить уровень и взять Учигатану. Но дело в том, что здесь есть замечательный рыцарь вон там внизу, которого я хочу завалить. Поэтому... Ладно, ребятки. Сначала я сюда просто бегаю ради прикола. Ну чё ты, тормоз какой. Сначала я убью вот этого засранца. Иди сюда. Сюда иди. Что ты встрял-то? Так, ну чё, спровоцируем гада. Иди за мной. Беги, 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 беги. Мне нужно более... Просторное место для битвы с ним. И чё? А, вон бежит. Он чешет. А, ну, народ, готовимся. Ой, народ, готовимся. Давай, давай, давай. Тихо. Нормально. Фу. Да. Так, тихо, 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 не отвлекаюсь. Я буду молчать. Хорошо. Хорошо пошла. Оп. Замечательно. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, спокойно. Спокойно. Так вот, пока он вставать будет. Осторожно. Отходим. Оп. Блин, тихо, тихо. Ну-ну-ну. Вот так вот. Фух. Так, спокойно. Давай. Ничего. Фух. Главное не жадничать сейчас. Чуть-чуть осталось, народ. Только не жадничаем. Только не жадничаем.
Замечательно. Всем привет, кто только присоединился к стриму. Счетчик ноль. Я играю 1.5 часа и завалил темного рыцаря, и я все еще живой. Блин, я все еще живой, с ума просто сойти. О, секундочку, вот так сделаю сейчас. Там же обязательно надо было по мосту сначала пробежать в первый раз. А хорошо, со спины бьет. Фу, блин, мне аж это, мне что-то покалывать лицо стало просто от нерва. Весь геймпад просто мокрый сейчас. Блин, это классно, блин, народ, я просто, я не знаю, я просто... Зашибенно все. Вчера я был убер злой, сегодня убер счастливый. Сделай селфи с экраном. Нет. Так, ладно. У меня отмычки нет, поэтому я, наверное, не открою. Да, и хорошо, я знаю, кто обитает внизу. Я не хочу с ним связываться. Так. Чё, попробуем завалить босса второго. Без сохранения. Попробуем, да? Давайте. Так. Так, перед тем, как я пойду сражаться с быком, я сделаю следующую вещь. Тихо. Ах ты ж. Спокойно. Ты, дядя, таких вот легких правил. Давай не это, без этого. Так, ладно. Я же правильно понимаю, что все планируют увидеть смерть Артема тут. Блин, я сейчас хрюкать начну. Во время прохождения. Так. Давай, бычара, иди сюда. Иди сюда. Демон-телец. Погнали, 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 народ. Уэхэй. Так. Так. Блин, надо было золотую смолу использовать. Теперь... Так, иди сюда. Чёрт, твою мать! Вставай, вставай, вставай! Ползи, 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 родной, ползи, ползи! Всё, хо-хо-хо-хо-хо, нормально, 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 нормально. Нормально. Восстанавливаем, бегом. Фух. Япона, мать, беги! Беги! Беги, 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 беги! Во, во, во! Беги, дружище, беги! Лезь, 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 лезь! О, молодец, молодец, ты замечательный парень, давай! Молодец, ты просто супер. Тихо. Твою мать! Вставай, беги, беги! Лезь, 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 лезь. Тихо, 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 да, это было близко, ух, это было чертовски близко, с ума сойти просто. Парень, готовься умирать. Твою мать! Черт! Вот это был не очень хороший поворот. Давай, прыгай, прыгай на меня. Побежал!
Давай, Даркнелор, я в тебя верю. Давай, 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 ты молодец, ты супер мужик. Давай, 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 давай. Отлично. Детка. Фух. У меня сейчас сердце просто из груди вырывается. Так, спокойно, поспокойно. Сейчас немножко вперед. О. Вот он, один уровень в здоровье. Вот. 1.25, победа над тельцом. Грац. Интересно, многие рифмовали слово телец во время первого прохождения. Фух. О, народ, это просто, я не знаю, у меня руки дрожат просто. Я сейчас кончу. Так, я же говорил про пульсометр. Фух. Там он что-то есть. Так, большая душа. Я хочу добраться до бонфайра. Нужно найти короткий путь до него. Но перед... Да, вон там уже рядом короткий путь, но я хочу спуститься вниз. У нас здесь есть хороший друг. Хороший, добрый друг. Здравствуй. О, здравствуй. По тебе сразу видно, что ты не из Полох. Да ладно. Я Солера Засторы, поборник Повелителя Света. Став нежитью, я отправился в эти славные края на родину Повелителя Гвина, чтобы отыскать свое собственное солнце. Тебе кажется это странным? Что ж, так оно и должно быть. Нет нужды скрывать свою реакцию. Я уже привык, что на меня так смотрят. Самое время для глупой смерти. А, значит, я тебя не напугал? Если у тебя есть свободная минутка, выслушай мое предложение. Да. По моему разумению, наши судьбы переплетены. Может ли это быть простым совпадением в землях, где кишат полы? Ну как, что скажешь? Поможем друг другу в этом нелегком странстве? Давай. Я очень рад. Что ж, тогда возьми вот это. Мелок для белого знака. Мы в загадочных краях, среди странных тварей. Само время течет здесь по спирали, а герои из древних веков то появляются, то исчезают. Ткань бытия истончилась, реальность ненадежная и туманна. Кто знает, сколько еще продлится единство твоего мира и моего. Но мы можем использовать это, чтобы призывать друг друга в виде духов, пересекая разрывы между мирами, и помогать друг другу. Конечно же, так поступаем не мы одни. Но я воин солнца. Мой знак призыва легко найти по его сверкающей ауре. Не заметить его может лишь слепой. Это реально очень странно, что в Dark Souls 1.5 часа уже жив, и все просят его умереть. О, здравствуй. Я буду здесь любоваться солнцем. Солнце — величественное светило, словно наш древний отец. Как бы я хотел быть столь же безупречно ярким. Что еще скажешь? Понятно. Хорошо. Так, секундочку. Я хочу одну вещь сделать. Написать сообщение. Восславь солнце. Возможно, кто-нибудь это прочитает. Так, и самое. Ну ладно. У меня пока его нет. Так, ладно, пошли наверх. Даже Надежда умирает, а он все нет. Так. Прыгай, прыгай, прыгай. Ой. Фу, успел. Ох, как хорошо я успел. Так. Здесь сейчас мы сделаем спуск к бонфайру. Этот рыцарь напоминает Брука из аниме «Большой куш», такой же веселый.
С ума сойти. Вот это да. Это прям да. Так, смотрите. Я сейчас что собираюсь делать? Я собираюсь увеличить силу до 14. И ловкость до 17. Теперь я хочу увеличить себе выносливость. Вот, на все те души, которые у меня есть. Те души, которые я понасобирал в моей дороге, я хочу уже у кузнеца потратить. Так что вот так вот. Фух, все, поднимаемся наверх. Теперь я спокоен. Стоп. Куда я наверх полез? Что я делаю? Секундочку. О, да. Серьезно, как он опять выжил. Так, и теперь маленький момент. Вас сжечь. Блин. Вот это плохо. Ладно. Пришло время становиться человеком. Поэтому я сейчас восстановлю свою человечность. Вот, и сейчас мне нужно еще одну человечность использовать, насколько я знаю. Где у меня человечности? Куда у меня все человечности? А, я сам же ее убрал. Давайте вместо мелка сейчас поставлю. Человечность. Одну человечность использую. Да господи. Вот. Я хочу получить 10 фляжек. Так, новичкам везет, а Артем ниже этого уровня. В смысле? Я играю не в первый раз. Такс. Это начало конца. Все, теперь мне пророчат, что из-за того, что я стал человеком, мне теперь пророчат смерть. Быструю. Главное, ну ладно, в общем, я не буду ничего говорить. Я не буду получать Дрейксворд, он мне нафиг не сдался. Так, спокойно. Один готов. Так, иди сюда ко мне. Иди сюда. Ой-ой-ой. Опаньки. А как так вышло? А как я пинок сделал? Да япона мать, вот это сейчас будет очень глупо, если так это произойдет. Спокойно. Я не хочу умирать. Давай. Иди сюда. Ну чё ты? Готов. С драконом я связываться не буду. Иди сюда, крыска. Блин! Тихо, спокойно! Спокойно, дама с усами. Так. Я бы пнул его, но у меня это получилось в прошлый раз совершенно нечаянно. Иди сюда, еще одна крыса. Блин, тихо! Я, пожалуй, немножко бухну. Так. Иди сюда. Готово. Так, ну погнали. 1,5 часа выживания, убийства, 2 боссов. Вопрос, как я сделал пинок? Только ты так можешь. Да? Я реально не знаю, как у меня пинок получается. Потому что по той... Так, народ, смотрите, наверх я пока не хочу. Там есть очень серьезный рыцарь. А справа есть кабан. Уезд нежити. Иди сюда. Сразись со мной, давай. Так. Нормально. Кабан сюда прибежит или нет? Так, подождите. В данной ситуации я подумываю о следующей вещи. Стоп.
Может, кабана сначала грохнем? Как думаете? Кабан прибежал. Спокойно, Пумба. Пумба, ты спокоен будь. Блин. Чё-то... Спокойно. Кабанчик не хочет ко мне еще раз сходить? Смотри, сейчас... Нормально. Я вижу его бивень. Бивень у кабана. Все нормально. Блин, да что ты... Ой, твою мать! Из ниоткуда вылез, а? Иди сюда. Будь мужиком. Спокойно. Не втыкается нифига в кабанчика-то. Эй, кабан! Иди сюда, кабан! Кабан! Иди сюда! Слушайте, чё кабан встал, я не пойму. Что за лажа? Опа! Прибежал. Ой, твою мать! Япона! Сейчас еще к рыцарю убегу спасаться. Да блин, да что ж ты... Что ты за... Пумба злой. Уйди от меня, страшная звероподобная хрень. Ты что ты... Слушайте, какой-то не... Нет, какой-то неправильный кабан. Я никак тебе... Это ты быть мужиком, не бей кабана в открытую. В смысле? Стоп. Ой-о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 й. Лук достал, называется. Да блин. Япона, мать, 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 мать. Спокойно. Когда ты умрешь, господи? Это было близко. В смысле, в открытую бей? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! В смысле в открытую, народ? Я вас не очень понимаю. Зад, и тогда восславь солнце. Да. Ладно. Блин, да что ты... Ёкарный бабай. Кабан, иди обратно. Иди сюда. Так, я так понимаю, что его нужно сильным ударом, видимо, все-таки долбануть. Просто нужно еще попасть, блин. Черт, да что ты будешь делать, а? Ну, ну и вообще герой вообще. Так, народ, я что-то не по... А, вы не хотите мне написать совет, потому что...
Потому что вы хотите моей смерти, я понял вас. Я вас понял. Сейчас он развернется и побежит сюда. Так. Нормально. Так, попробуем. Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Не та кнопка, не та кнопка. А-а-а! Этот кабан страшный. Да что ты будешь делать? Ну, Япона, мать. Никак все, блин, не попаду ему точно в это место, а? Вот, блин. Слушайте, я его сейчас так затыкаю просто до смерти. Ну, это глупо как-то. Ну, что ты скажешь? Вернись. Ну, вернись, мы подружимся. Ой, зря я это сказал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Кабанчик, не психуй. Закройте этот подход, куда бежит Артём. Да что ты... Слушайте, я к нему, что ли, не подхожу достаточно вплотную? У меня есть подозрение, что да. Надо локнуться на нем и ударить четко сзади с помощью РБ. Япона, мать! Ой, ну как я мог догадаться, что бэкстеп в этот раз делался с наводкой? Ёлки-палки. С ума сойти. Кабаний шлем. Прикольно. Чё-то я такого не помню, чтобы это раньше из пумбы вываливалось. Так. Я предлагаю сделать вот так. Так. Не туда. Опять не туда. Блин, слушайте, а он их так не завалит. Он тут парень пускай ко мне подойдет. Тихо ты! В наглую не хочет идти. Ладно. Есть ты сбоку? Есть он сбоку. Пускай идет ко мне сам. Фу. Мне было больно смотреть. Так. Это дракоша. Дракоша злой. Кстати, вот тут вот рядом есть бонфайр. Достаточно близко. Только до него добежать, это будет огромная проблема. Иди сюда, копейщик. Давай, иди ко мне. Иди ко мне. Готов. Так, а теперь... Так. Да блин! На кого ты повернулся-то, ёлки-палки? Ну что ты делаешь, господи? Глупый ты человек. Давай, 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 давай. Тихо. Чё ты делаешь, господи? Твою мать! Какой-то кошмар. Они оба свалились. Блин, тихо, тихо, тихо. Не буйствуй.
Так, народ, а теперь смотрите, какая интересная фигня. Так, вообще такая ностальгия. Сейчас смотрю у Блэка Бладборна, так аж приятно душу вспомнить. Так. Сколько вкусного мяса пропало. Сейчас смотрите, знаете чё? Ой, блин. Я хочу сразиться с рыцарем. Я псих, я знаю, но вы хотите смерть, а я хочу сразиться с рыцарем. И здесь рыцарь будет поопаснее, чем тот. Этот может на меч меня поднять. Я боюсь его реально. И реально его очень сильно боюсь. Поэтому... Ту площадку мы расчистили. Что за звуки непонятные? Побежали за горами, за лесами, убежали. Та-та-та-та, блин. Беги, 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 беги. Беги, 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 беги. Так, ну все, народ, готовьтесь. Вот это вот я про это и говорил. Тихо, тихо. Черт. Я не хочу умирать. Стой, 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 твою мать! Ой-ой-ой, как больно там было! А! Вот сейчас вот он меня мог поднять. Бери, пей. Да блин! Да бляха-муха, что ж ты иди? Твою мать, тихо, спокойно! Спокойно! Не паникуем! А! Да что ты, ядрить твою! Ой. Быстрее пей! Быстрей! Еще раз пей! Все, у меня нет эстусов. Я не знаю, как его буду побеждать. Спокойно. Спокойно. Блин! Все, народ. Вы этого хотели. Первая смерть. Фу. О. Фу. Вот она, первая смерть в Dark Souls. Ну ничего, сейчас вернемся, заберем свои души, все будет нормально. Наконец-то нам... Подождите, подождите, стоп. А я вот так вот сделаю. А еще. Блин. Вот так вот. Так, у нас есть еще один. Зовите семьи к мониторам. Так. Отлично, есть еще один бонфайр. Есть немножечко душ. Special for me. Интересное местечко. Так. Теперь. Спокойненько открываем для себя здесь проход. Драконавт, кстати, улетел. Так, иди сюда. Так. О, осколок титанита. Это что... Тот рыцарь, что ли, так превратился в меня? Секундочку. Тихо, беги! Беги, Форест, беги! Беги, лес, которым управляют. Ага. Я свои души забрал, и смотрите, что я сейчас буду делать.
Вы скажете, что я псих. Да, я псих. Я сейчас буду тащить его к дракону. Я его попробую протащить сейчас. Беги за мной. Чё ты встал? Твою мать! Чё ты встал? Уйди отсюда! А теперь внимание. Блин, беги! Чё, дракон совсем улетел, что ли? Да ладно. Ну так не бывает. Блин, он бежит за мной. Ой, черт! Ой, черт! Чё-то понасобирал себе... Ой, блин! Я подумал, это рыцарь. Знаете, чё, я лучше туда сбегаю. Чё-то я боюсь. Ладно. Вернемся. Блин, дракона не будет. Жалко. Очень жалко, что дракона не будет. Ладно, давайте... Не знаю, наверное, я не буду сражаться с этим... Ребят, идите в пень. У меня здесь другой бонфайр, я к нему. Так, ладно. Тихо ты... Ебона хрень! Какого черта ты здесь делаешь? О, господи. О, господи. Нет, ну не надо. Ну не надо. Твою мать. Что ты делаешь, господи, твою мать? Сядь у костра. Сядь, сядь, сядь. Выкинь его нафиг, выкинь. Япона! Да ему пофигу вообще. Да ты чё? Да ты чё? Да ты знаешь, кто я такой? Блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. Это чё такое вообще? Почему этот рыцарь пошел за мной, я не понял. Фу, Селестия защитит тебя от рыцаря. Ладно, по крайней мере, душа рядом. Вот это и это хорошо. Человечность просят восстановить. Ой, ну давайте. Давайте сделаем. Да он же конченый. Понятно. Обратите опустошение. Что-то мне подсказывает, что я зря делаю. Так, счетчик 2. Вторая смерть уже. Ох, так. Теперь будет 10 смертей за 10 минут. Так, ну и кто чего говорил о обратить опустошение, зачем? Кто мне писал? Кто мне писал об этом? А, Дейдра. И где тебе искать? Где ты будешь? Так, ладно. Я пока пойду дальше их убивать. Я в этот раз уже не пойду к тому рыцарю. Чё-то он какой-то буйный, и он меня пугает этим. Ко мне! Сейчас и тормоза до меня будут долго добираться. Так, иди. Так, спокойно. Мы идем, не торопясь. Мы идем, гуляючи. Мы идем, немножечко трясясь. О, блин, побежал один. Одному надоело. Ну, быстрее умрешь, что я могу сказать. Так. Иди сюда. Тихо. Ты что делаешь? Ну что ты скажешь?
Спиной можно поворачиваться только к трупу. Известная мудрость. Да блин. Так, спокойно. Так. Тихо. Ну. Давай. Ой, какой ты истукан, а. Я пошел к вам, ребят. С вами интереснее. Тихо ты. Парень, по-моему, тебе уже поздно заниматься военным делом. Ты какой-то медлительный. У тебя кожа сгнила, глаза горят. Ну хотя бы... Япона, мать! Еще один прибежал. Тихо. Один вон рвется. Ха-ха! Двоих одним. Двоих тремя ударами. Да. Praise the sun. Да. Так-с. Ну, чего, движемся. Еще куда-нибудь движемся. Так, ну в принципе, ладно, я больше не хочу связываться с рыцарем. Я помню, что здесь засада. Оп! Какие хитрюги, а? Смотри-ка, чё... Ой-о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 й
Лук он достал. Ядрён колотить. Так. Слева он не спрыгнет. Это хорошо. Сюда иди. Давай, ко мне. Ко мне. Готов. Вон там еще один. Возможно, их даже двое. Да, их двое. Я помнил это место. Иджись. Давай. Замечательно выходит. Так, даблкил. Давай третий крестовый поход на рыцаря. Но не сейчас. Не сейчас. Давайте не сейчас. Ай, твою мать. Это было крайне глупо. Таинственный ключ. Я, насколько помню, он от подвала. Так, поднимаемся. Еще один даблкил. Так, спокойно. Вот здесь главное не рухнуть вниз. Спокойненько. А я иду, шагаю по балке, Большая душа пропавшего мертвеца. Неплохо. Наш странник прям молодец. Какой молодец. Все-то у него получается. Кстати, да, всем спасибо, кто сейчас присутствует во время стрима. Реально, ваша поддержка сейчас очень помогает. Особенно, когда вы, собственно, желали мне умереть поскорее. Такс. Вот здесь, кстати, можно, знаете, умереть очень легко и просто. Здесь сейчас может выскочить какой-нибудь злобный человек. Вы не пугайтесь, если слева вдруг может возникнуть какое-нибудь странное движение. Это нормально. Да, это нормально. Вот, не обращайте внимания. Так, стоп. Я сюда не пойду. Я сюда пойду. Подождите, сейчас я боюсь, что вот я грохну вот этого рыцаря, и слева прибежит другой. Да, да, ребят, нам надо налево сначала. Потому что нас, если мы пойдем убивать того рыцаря... Ну, это не совсем рыцарь. Если мы пойдем его убивать в первую очередь, то нас увидят сбоку, и к нам прибегут и надают по шее. Поэтому... Ой, как плохо-то! Тихо. Спокойно, все нормально, все живые, все хорошо.